Футбол получился, наверное, интересный, с обилием голов. Вот. У нас была затяжная серия из поражений. Вот сегодня есть повод хоть улыбнуться на футбольную тему. Вот. Хорошо, что чемпионат закончили победой. Вот, в принципе, мы сегодня настроены были только на победу. Что-то получалось, что-то не получалось. Но в целом результатом я доволен. Будем готовиться к кубковому матчу сейчас, где у нас стоят тоже определенные задачи. Основной момент – это психологически не выдержали немножко гонку в соперничестве с командами, которые сейчас находятся повыше нас. А, в принципе, все предпосылки к этому были, но чуть не получилось. Ну, команда строится, команда как бы у нас молодая. В принципе, много своих воспитанников, поэтому, ну, на этом как бы базис есть, будем на этом и дальше работать. Мне игра понравилась, было много бескомпромиссной борьбы, команды старались играть в футбол, создавали многочисленные голевые моменты. В общем-то, я бы это назвал достаточно высококачественный белорусский продукт в виде футбола. Почему у нас ходит так мало, ходит зрители на это все? Ну, надо думать. И, в общем-то, это не моя задача, но тем не менее. Наверное, там где-то рекламировать надо больше, еще что-нибудь там. Но я хочу другое сказать. На мой взгляд, игра получилась достаточно равная и походила на качели. То хозяева брали в руки инициативу, то мы ее перехватывали. В общем-то, по голевым моментам, ну, я не считал специально, но, в общем-то, приблизительный паритет. Вот, мы даже забили во втором тайме 2 гола, которые судьи отменили. Я сейчас даже не хочу говорить на тему, справедливо или нет, но, тем не менее, мы, я считаю, заслуживали как минимум ничьи. Хотя, все-таки, вот эта игра, она была такая, до гола, кто лишний гол забьет. Команды старались не столько обезопасить свои ворота, сколько просто забить больше, чем соперник. Ну, а зрителям обычно такой футбол нравится.